Первый позыв, конечно, есть. Мы же собачники, у меня 4 собаки, 2 кошки. Конечно, первый позыв – это лучше бы отдать в питомнике эту еду. Даже может пойти на обман, сказать, ладно, мы уничтожаем, а все-таки раздать бедным и раздать животным, которые голодают в этих огромных питомниках. Есть что-то в этом кощунственное, мне кажется. Вот в том, что вот когда давят тракторами вот это сыр, фрукты. Ну вот.